Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забрали. Еще что ли надо забрать? Две было. Задание. Пройти серию испытаний. Быстренько пробежимся, буквально, ребят, секундочки тут. И пойдем на нашу основу. Так, раз, два, три. Нет, Доня, подожди. Вот так вот, наверное, сделаем. Зэка тоже не буду брать. Вот, вот так вот. Самых крупных, самых сильных взял. И довольный. Хе, сижу. Ну что, погнали. Так, Ванюш, что там лыбишься? Можно, конечно, массовой бомбануть, но я не буду. Не хочу, ребят, тратить ее. Так, вот ракеты выпустим. Что-то я не ожидал, что они такие сильные-то будут. Крепкие даже, я бы сказал бы. Нормально. Так, последний. Кто там у нас? Ну, вот здесь можно, например, уже и шипы. Или кубарем. Покатились. Так, пулеметная дробь. В принципе, все. Да, ребят. Ушатали мы этих охламонов. И поэтому задание ежедневное будет считаться пройденным. Так, забираем тут награду. А в магазине пак бесплатный. Дайте, пожалуйста, мне его. Так, кто у нас там выпадает? Зэк, собственно, персоны. Так, дальше у нас сразиться в боях. В сложных, в легких и не очень, да? Ну, тут как обычно. Где наш толстопуз? Слэш. Вот он. Давай посмотрим. Нам осталось совсем немножечко, мы его прокачаем, ребят. По скиллам, до 6 уровня, по крайней мере. Ну что, продолжаем искать эти геймпады. И, как всегда, не выпадают они. Так, ладно, один нашли, второй. Нужно 4, да? Второй. Ну, ё-моё. Третий. И последний. Так, 4 геймпада надо было, по-моему. Так, 2. Вот этих вот 3D очка. 3D очков, 3D очка. Ну, что? Вот очки. Нет, они выдают тебе учебники. Учебники, еще раз учебники. Хочу очки, а они выдают мне учебники. Ну, серьезно, ну. Так, один. Еще один, пожалуйста. Да издевается, все, нормально. Нашли. Так, и нам надо будет потом вот этих вот китайских фонариков. Аж 12 штук. У меня пицца уже закончилась. Понял, 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 не дурак. И поднять уровень персонажа, соответственно, это будет уже потом. Так, в испытаниях. А что нам? Нам в испытаниях, в принципе, ничего не нужно. Ну, давай просто профармим жетоны. Потому что больше нам здесь ловить нечего. Крэнк у нас есть, Бибоп Рокстеди есть. А где вот мы, интересно, будем с тобой фармить рождественского Бибопа и рождественского Рокстеди? Вот чего я не могу никак понять. Они же вроде бы... Неужели только на Пасху они выпадают? Но это будет, конечно, трэш, если они только на Пасху будут доставаться. Этот праздник у нас раз в году. Че, хотите сказать, что я только один раз в году могу пофармить их? Это больно жестко, мне кажется. Ты так не считаешь? Так, ну что, ребята, 300... Сколько там у нас? 340 жетонов. Нормально, я считаю. Нормально. Ну что, поехали теперь на турнирную арену. Это наша основа основ. Как ты видишь, мы в Лиге Сёгунов. Какие Сёгуны? Лига Самураев, 3 звезды. Сёгуны, ага. Раз, два, три, 4. И кого-нибудь пожирнее, помесистее надо взять. Ну, давай это будет Слэш. Слэш у нас 95 уровня. Я надеюсь, что сегодня мы его сможем прокачать на 96 уровень. Ну-ка, пробьет он? Да, по идее, должен. Ты посмотри-ка. Не все так однозначно, как хотелось бы. Все-таки есть 45 уровня, которые могут противостоять Слэшу на его 95 уровне. Ну, я, ребят, умываю руки. Я не знаю, что тогда сказать про Слэша. Просто не знаю.
И ватным его назвать не могу, потому что, ну, это неправда. И сильным не могу его назвать, потому что это тоже неправда. Да. Понимаешь, любой персонаж на 90... Хотя мы знаем одну вещь, что именно на сотке, когда именно прокачиваешь до сотки, у них там, не знаю, какой-то прилив силы становится прям, я не знаю, в 100%, и поэтому они как бы сразу начинают намного лучше драться, чем когда они даже 99 уровень не дерется так, как 100. Я не знаю, с чем это связано, но это факт. Поэтому не будем пока ничего говорить про слэша, пускай он дерется как дерется, на 100 уровне мы посмотрим, поменяется что-то или нет. Но 95 уровень, по приори, 95 уровень должен с полтычка разваливать 45-х. Ну, понимаешь, с полтычка. Он не должен там оставлять каких-то недобитых и еще кого-то. Он должен их просто, фух, сносить. Ну, прокачаем там, посмотрим, ребят, что у нас по итогу будет на 100 уровне. Раз, два, три, четыре. Ну, вот эти вот как Бакстер, Ванька, Крэнк, все остальные, они на 100 уровне делают то, что делают. Понимаешь, да? Они просто выносят противников, и никто им не помешает. А вот слэш не может пока этого себе позволить. Так, ну что ж, давай тогда дальше. Я возьму Макмана. Я возьму Макмана. Раз, два. Кстати, Макман и Крип, они чем-то похожи, да? Оба зеленых. Оба противных. Только один болотный у нас. Это, я так понимаю, Крип. А Макман у нас, ну, мусорщик. Из мусорки, он из помоев сделан, я насколько понял. Правда, вот почему-то здесь у него нету его друга, червячка. Я вот видел, он везде, ребята, со своим червячком, который живет в нем. Тут почему-то его нету. Не показан он. И, по-моему, у него еще на голове мусорный... мусорный этот... крышка мусорная от мусорного бака должна быть. Так, замечательно. Разбомбили. Блин, мне нравится, как морозильная кошка устроилась. Она взяла себе маленький холодильничек, поставила себе на эти... на колесики, да, вентилятор подсоединила и катается. Круто же придумано. Правда, это она не сама придумала, это ей Донателло. Или кто? Донни, по-моему, да? По просьбе Майки сделал такую приспособу. Угу. Ну, давай посмотрим. Минус сплинтер. Сразу же с удара причем его вынесли. Рафаэль берет провокацию. Ну-ка, Донни. Вот и все. Вот так же Донни, точнее, не Донни, а слэш должен наносить урон. Вот так же. А вот мы уже и в Сёгуны вернулись. Так, я думаю, что эта неделя будет за нами, ребят. Эту неделю мы точно должны получить Лигу Мастеров. А то и так уже 3 недели профукали. Ну, считай, грубо говоря, не то, что 3 недели, а месяц. Даже месяц с небольшим. Надо исправлять ситуацию, потому что так не годится. Обожаю, когда мои хай-левные вот эти вот бойцы, персонажи просто выносят вот так вот на изи противников. Так, ну что, поехали дальше. Здесь можно... ну давай я, наверное, вот так вот сделаю. Вот таким вот образом. Кто у нас там массовик? Только лишь Кунаичи и... так, Кунаичи и Змея Карай. Так, можно, в принципе, вырубить. Ага, по красоте. Дальше сюда, наверное, рубанем. Отлично. Добьешь? Нет. Ну, она Рок, кстати, конечно, добила, но вот с Микеланджело не справилась. Хотя и уровень вроде бы не самый такой плохой.
Ну что, я думаю, Лигу Сёгунов 2 звезды, а может быть даже 3 мы сегодня возьмем. Хотелось бы мне это верить всеми фибрами души, как говорится. Ну что, возьмем Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Так немножко смешно смотреть, ребята, что в компании черепашек находится Супер Шреддер, злейший их враг. Да? А кто у них, ребята, злейший враг? Шреддер или все-таки Крэнк? Как ты думаешь? Мне кажется, Шреддер это больше все-таки, наверное, месть. Месть именно Сплинтера. Как бы Сплинтер науськал их, да? Вот. А Крэнк это как бы общая угроза, потому что, ну, сам понимаешь, Крэнк напал на это, на нашу галактику. Поэтому это общая как бы такая вот беда. А Шреддер, ну, Шреддер, во-первых, что он? Упал под этих, да? Как звать-то? Под Крэнга. Ну и, соответственно, то, что они там, я не знаю, что они там не поделили. Там какие-то у них давние были разборки. Именно у Сплинтера и у Шреддера. Они же были два лучших друга, насколько я могу понимать. Потом то ли из-за девушки у них, то ли из-за чего-то там трабла вся эта началась. Один другому позавидовал, и вот это вот пошло-поехало. Были друзья, стали враги. Так, ну что, я тебе говорил, сегодня две звезды точно будет. А вот на трех звездочках, наверное, мы остановимся. Мы не дойдем до них. Ну, не хватит у нас, к сожалению, дури туда добраться. Откаты, да, откаты будем сейчас, наверное, все-таки тратить, чтобы все это дело очень быстренько пробегать. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался, что Армагон вот так вот вырубит всех с полтыка. Никаких сомнений даже и быть не могло. Так, 15-20. Ну, здесь я возьму, наверное... Ну, давай Леонардо возьмем. Тут уже, в принципе, без разницы. Тут осталось-то, ну, максимум 3 поединка. Максимум. Наверное, не хватит нам дойти. Но будем около того. Около трех звездочек будем тусоваться. Сейчас опять же у нас две ночные смены. Это получается что? Вторник, среда, четверг. Пятницу, субботу, воскресенье отдыхаем. Блин, понедельник не получается буст, потому что опять с утра на работу иду. Опять же, друзья мои, повторю, я больной, ну как больной, я болею, и больным приходится работать. Кашель, сопли, это все дело так и не прошло, кстати. Вот. Такие вот пирожки. Угу, а если вот так еще сделаем? Да ладно, и никто не упал. И никто не упал. Две масухи зарядили, и хоть бы что, да? По деревне. Почему, интересно, его звать Тимати, а значок у него П на ремне? Пульверизатор из-за этого? А, ну да, наверное, из-за этого. Он же пульверизатор его звать. Поэтому П и стоит. Все, понял тогда. Вопрос закрыт. Так, ну что, здесь я, наверное, возьму Крэнга. Раз, два, три, четыре. Да, у нас еще один поединок. Ну, я говорил, не больше трех будет. Ну что, влупляем. Когда там, ребята, у нас 15 числа начинается сериал Last of Us, да? По HBO. Не помните? Или никто за этим не следит? Ну, сериал по мотивам игры. По-моему, 15 декабря должен запуститься. Так-с, ну-ка. Давай возьмем опять Крэнга и... Раз, два, три, четыре. Ну, тут я спокоен. Крэнг. Просто сейчас с полтычка всех их уничтожит.
своей вот этой вот одной волной. Ну, не волной, а лучом этим. Вот так вот. Все. Как-то так. Как-то так. Больше нам, по-моему, делать-то здесь и нечего. Задание. Так, смотрим у нас, что по этому получается. Как называется-то? По мутагену 27 тысяч. Но я думаю, что, по-моему, не хватит, ребят. 27, нужно 29. К сожалению, не хватает. Совсем чуть-чуть. А, погоди. Вот у нас что есть. Наш спасательный плотик. Поехали. Тут на автобой, ребят. Сколько-то буквально... 2000, да, не хватает мутагена? 27, нужно 20, да, где-то 2000. Сейчас мы с тобой быстренько это все дело сделаем и поднимем. И будет у него 96 левел. Ну и все. 96 уровень, и отлично. Так, вперед из песней. Конечно же, все на автобое. Закромсали. На 3 звезды. Так. Ну, по-моему, уже хватает нам. Да. Да, друзья мои, 96 уровень у нас получает слэш. Ну что, еще 4 уровня и все, в принципе. Будет прокачан на сотку. Ну а я, друзья, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.